И к другим темам. В помощи добрых и отзывчивых людей нуждается маленькая Ангелина. В свои 6 лет девочка лишена детства. Бегать с друзьями на улице ей мешает диагноз. Легкие ушибы, без которых совсем не обойтись непоседливому ребенку, вызывают сильное кровотечение, а быстрые движения сбивают дыхание. Мы уже рассказывали в программе «Новости». Врожденный порок сердца врачи распознали только когда малышке исполнилось 3 месяца. Делать операцию сразу не разрешили. И только теперь у Ангелины появилась надежда на детское счастье. Совсем недавно девочка перенесла 2 операции, каждая из которых стоила около 200 тысяч. Таких страшных событий маленькому ребенку предстоит еще не меньше 4. И это только подготовка к лечению, в результате которого в груди у малышки забьется новое сердце. Последний спасительный шаг доступен лишь за границей, а одно обследование в клинике Израиля стоит порядка 8 тысяч долларов. Нужную сумму можно собрать, но только общими силами. Небольшая помощь каждого подарит жизнь маленькому человеку. Узнать все координаты для перевода средств в помощь Ангелине можно в редакции телекомпании ВТВ по телефону 22 76 89.